В Ленинске-Кузнецком 6 пунктов проведения экзаменов на базе школ номер 1, 2, 20, 38, 73, гимназия номер 18 и 11 пунктов проведения экзаменов по химии, а также 3 пункта проведения экзаменов на дому для детей с ОВЗ. Во всех пунктах проводилась трансляция видеонаблюдения в режиме онлайн. Основной период основного государственного экзамена ОГЭ для девятиклассников проходил с 19 мая по 22 июня, в котором приняли участие 1158 обучающихся. Они сдавали 4 экзамена. 1106 обучающихся сдавали основной государственный экзамен в форме ОГЭ. 52 девятиклассника сдавали государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. С экзаменационной работы по русскому языку справились 98% выпускников 9 классов. Процент качества по предмету составил 83,4%. Средняя отметка 4,3 балла. С экзаменационной работой по математике в текущем году справились 73% обучающихся. Качественная успеваемость составила 27,8%. Средняя отметка оценка 3 на уровне прошлого года. Традиционно математику сдают хуже, чем русский язык. В дополнительный сентябрьский период в государственной итоговой аттестации примут участие 142 выпускника. Основной этап единого государственного экзамена для выпускников 11 классов в 2022 году проходил с 26 мая по 21 июня. ЕГЭ сдавали 372 человека. Для получения аттестата необходимо было преодолеть порог по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Процент выполнения по русскому языку при пороге 24 балла, этот порог нужен для получения аттестата, составил 100%, то есть все абсолютно сдали. А вот порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ, с этим порогом не справились 5 выпускников. Это лицей 4 и гимназия номер 18. Средний балл по русскому языку составляет 70 баллов. Это выше, чем в прошлом году. По математике у нас 198 человек сдавали профильную математику, 174 человека сдавали базовую математику. Базовая математика нужна для поступления в гуманитарные вузы. Средний балл по математике составил 53 балла на уровне прошлого года. Стубальников, как я уже говорила, нет. Одним из наиболее популярных предметов по выбору в городе неизменно остается обществознание. ЕГЭ по этому предмету сдавали 171 человек, 50% участников ЕГЭ. Биологию, физику, историю выбрали по 80 человек. Менее востребованными стали география, литература, иностранные языки. Аттестаты с отличием и медаль за особые успехи в учении получили 31 выпускник. Не получили аттестат 9 человек. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.